Фуфа. Новая распаковка из Фикспрайса. Ручка-нож. Но тут почему-то две их. Сейчас разберемся. Для вырезания самых мелких деталей там всяких. На картоне даже. Не просто так. Распаковывать нож будем без ножа. Так. Тут у нас две ручки. А, она закручивается. Ой, там микро-нож вообще. В общем, вот так вот это выглядит дело. Прикольно. Типа ручки, но там на самом деле там вообще. Мне кажется, что они просто две, наверное, разных. Одна для картона, одна для чего-то там, для бумаги. Но в целом прикольные, что. Интересно, его можно поменять или нет, сам стержень. Ну, в Китае, наверное, на Алике можно все. Прикольно. Будет чем побаловаться. Если вдруг нужно будет что-то где-то отрезать, то берешь их вперед. Ну, походу, у них разные немного заточка. Один для бумаги, другой для картона. Я так понимаю. А так, в принципе, можно взять и попробовать. Что тут пишут они? Так, один для бумаги, да. Подходит для резки сложных форм. Режет любые виды картона и бумаги. Ну, вот и все, в принципе. Вот поэтому и два. Ну, конечно, да, так. Непрезентабельный вид. Есть остатки литья, вот такие здесь тоже на белом, но тем не менее посмотрим, как будет резать.